для чего нужна святость, что она дает? Ну, без святости мы все-таки, наверное, с Богом не можем сотрудничать. Все-таки это какой-то некий путь отображения Бога через нас. И чем больше Бога в нас, тем больше Его святости в нас. Поэтому я думаю, что святость, она не просто как знаете, ореол вокруг нас, что мы вот такие святые, такие недоступные или такие вот отделенные. Но для чего эта отделенность? То есть отделенность, святость, принадлежность и к Нему. Соответственно, это не просто отделенность ради отделенности, а отделенность ради служения, ради исполнения Слова Божьего на земле. Поэтому чем мы больше себя очищаем, тем больше Его природы в нас, Его мыслей, Его поступков. Она нужна для того, чтобы Иисус жил в нас и проживал свою жизнь через нас. Его дела, Его желания, Его мечты, чтобы он делал. Потому что когда мы греховны очень сильно, там, ну, бунтуем или не хотим, да, Божьих дел, то тогда это наша человеческая жизнь, и мы ничем не отличаемся от людей мира. Поэтому святость не ради святости, а святость ради исполнения воли Божьей на этой земле, я думаю, так. Потому что чем более человек себя позволяет Богу чистить, освящать себя, да, тем больше Бог способен через нас сделать. Вот и все. Нет препятствий для Божьей воли через нас, я так думаю. Поэтому она нам нужна все-таки, для того, чтобы Иисус свободно мог действовать через нас. Потому что грехи, они не пускают Бога внутрь нас. Соответственно, и дела мы не можем делать Божьи. Вот поэтому мы должны держать свой сосуд в чистоте, потому что Дух Святой должен в нас обитать.